Итак, господа, уже вечер, темнеет. И тем не менее праздник состоится. Прошу приступить к своим обязанностям. Господин Курфюрст, для вас у меня есть небольшой подарок. Примите его в знак моей искренней дружбы. Я думаю, он рассеет ваши страхи и неуверенность. Господин Шварцкомсель, давайте поговорим спокойно. Давайте. Только вам отступать некуда. Теперь вам отступать некуда. Если бы вы пережили сегодня ночью то, что пережил я, вы бы говорили иначе. Вот, оказывается, какой, я не знал. Господин Шварцкомсель, я больше не могу. А деньги? Деньги, которые вы у меня брали. Сколько вы мне должны лично вы? Я верну. Только отпустите меня. Я больше не могу. Я устал. Я болен. Не говорите ерунды. Откуда вы их возьмете? Я прекрасно понимаю ваше естественное желание красиво пожить, сытно поесть, но... За все надо платить. Послушайте, как вы со мной разговариваете? Вы не забывайте, я все-таки его светлость курфюрст. И стоит мне только приказать моим ландскнехтам, как что? Вас... Что? Что? Бунт на корабле? Подойди сюда. Не надо. Подойди. Не надо. Что ты там сказал, повтори? Господин, не надо. Ах ты, мокрица! Тварь! Слизняк! Не опускай глаза! Глаза! Если ты еще хоть один раз... Я согласен, господин. А теперь запоминай... Сейчас начнется праздник. Ты скажешь речь о войне, красивую речь, взволнованную речь о священной войне, которую ведет Эйленберг. В войне случается, убивают людей. Не будем их оплакивать. Это жертвы. Святые жертвы во имя родного города. Кровь погибших зовет к отмщению. И поэтому да здравствует эта война! Кричать так взволнованно и проникновенно, что все присутствующие забудут все! И вместе с тобой будут кричать, вопить, стонать! Да здравствует война! Да здравствует курфюрст Эйленбергский! Ты понял? Да, господин Шварцкюнслер. Слышишь? Праздник начинается. Ваш выход, господин курфюрст.